Некоторые люди просто, блядь, тупые. Вы когда-нибудь замечали, сколько по-настоящему тупорылых людей может вам повстречаться в течение дня? Черт, столько тупых ублюдков ходит вокруг. Возьмите как-нибудь с собой блокнот с карандашом, к концу дня у вас наберется 30-40 имен. Дурные головы бегут отсюда диким видом. То, что сегодня взорвали, завтра уже не увидим. Кинохроники событий были когда-то открыты перед тобой. Могилы черного бледного мира. Это пелена натянута, нас атакуют, как в американских фильмах ужасов. Аллилуйя. Веревка тянется так медленно по твоей шее. Перерубаю канаты, но не тебе, ты в системе. Хватит уже пиздоболить, не от вас пошива. Все ваши радости мира, блять, как мечты дебила. Качаю головой под музыку бедаун с хардкором, на ваши сопли я срал с высокого забора. Перепили себе вены, захлебываясь в блевоте. Я буду долго смеяться, как в страшном анекдоте. Ты думал о пощаде или о мирном раскладе? Но получилось не так, и сударь, вы на канате. Это пинбол, это не флоу. Мне похуй на речитатив и на ваш глагол. Мои рифмы так хуярят поверх людских правил. Если ты правильный эмси, иди отсюда, парень. Это не рэп батл, это не мазафака. Это идет изнутри, из глубины всего. Это порвет твои кишки в прямую на вылет. И только пуля увидит твои следы на пыли. Это не рэп батл, это не мазафака. Это идет изнутри, из глубины всего. Это порвет твои кишки в прямую на вылет. И только пуля увидит твои следы на пыли.